Очень часто рисовала в своем воображении. Я помню эти картинки из детства. Рисовала на камнях, на песках. А в какой-то момент перешла на бумагу, холсты. Моя мастерская – это место, где я существую, где я пытаюсь что-то творить, рисовать, искать. Это, в основном это поиск формы, поиск линий. А больше всего, наверное, поиск себя. Thank you.
у меня есть музы, и не одна. Одна из них — Серафима, я ее обожаю, она меня всегда вдохновляет, она меня удивляет, она несет в себе такую легкость и глубину, что просто я иногда просто ее вижу и иду за ней, и рождается что-то, мне кажется, новое. Я ищу в какую-то гармонию в людях, гармонию в себе, гармонию вокруг себя. И этот поиск гармонии, он настолько для меня важен, что я всегда мечтаю соприкоснуться к этому. Я мечтаю иногда попытаться это создать. И чаще всего это не получается, но именно попытка к этому приблизиться для меня – это очень важно. И это не то, что это моя мечта, но то, к чему я стремлюсь. Я люблю состояние, когда ты к чему-то прикасаешься. Это может быть дождь, это может быть чье-то слово, чье-то дыхание. То есть, мне кажется, все что угодно, самое главное, что ты к этому прикоснулся. И для меня это настолько разные вещи, настолько разные, мне кажется, даже не соприкасаемые в одном пространстве, но что-то происходит, и ты получаешь этот толчок. Ну, для меня 12 – это настолько важный, это не цифра, за этим стоит
настолько много символов, настолько много смыслов, что когда ты начинаешь об этом говорить, раскрывать, все иногда теряет свою какую-то ценность. Поэтому 12 — это 12 апостолов. Иногда я настолько чувствую связь между одной и второй цифрой, 1 и 2. Каждая из них имеет абсолютно разные противоположности. Но вот в этом контрасте я ищу какую-то гармонию. Мне кажется, это любовь. Для меня это главное. Страх заблудиться. Один из главных учителей моей жизни – это Луис Вилсон, профессор, у которого я училась в Сан-Мартинсе. Это легендарная женщина, бескомпромиссная, бесстрашный человек, который научил задавать себе вопросы, быть честным с собой и не соглашаться на что-то промежуточное, а искать главное, критиковать себя очень сильно, не бояться сделать новых шагов и пытаться найти какой-то свой путь, свою дорогу и какие-то свою мечту. То есть человек, который научил меня не то чтобы творить, а не бояться этого делать. Я этого безумно жду и в то же время очень опасаюсь, потому что выставка — это такое обнажение себя, своего какого-то внутреннего мира, и иногда это страшно.